Гастрономическая ярмарка, уличная музыка, день игрушек, день рождественского пирога. Фестиваль «Подмосковный умелец» состоялся. Ежегодно гостей радуют насыщенной и яркой культурной программой в Новый год. Великолепное впечатление. Здесь не первый раз. Нахожусь с детьми, делали игрушки самодельные. На елку очень круто. Праздничное настроение, новогоднее. Важно, что фестиваль не оставляет равнодушными людей любого возраста, от самых юных до пенсионеров. Мне очень понравилось, что здесь рукодельное висит на стене. Я уже приходила, смотрела, вот это рукодельное. Мне очень нравится, что творчество и прикладное искусство входит в нашу жизнь, потому что рукотворное – это изделие с душой. На фестивале были представлены благотворительные организации Одинцовского округа. Кризисный центр «Дом для мамы» подготовил для гостей новогоднюю распродажу. Вся продукция была создана руками подопечных. Наши благотворители, они дали нам продукцию для реализации. Также наши подопечные, которые испекли пироги, которые приготовили, связали игрушки. И за каждой игрушкой стоит история конкретной подопечной. Гвоздь программы – выступления уличных музыкантов. Фольклорные песни, каверы, классические произведения. На протяжении 2 дней более 15 коллективов радовали гостей фестиваля самой разной музыкой. Это вот такой культурный пласт, который мы фактически вскрываем и вот проводим здесь в Звенигороде. Я всех приглашаю, это действительно очень интересно. Разнообразные стили, вот таких народных или околонародных, до каких-то совсем таких авангардных. Прекрасным дополнением стали кулинарные мастер-классы, которые не оставили равнодушных. По словам организаторов, фестиваль «Подмосковный умелец» объединяет людей и напоминает об исконных традициях. А значит, в следующем году жителей и гостей округа вновь ждет немало интересного. Эмилия Аркелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».